Зрители, добро пожаловать на мой канал. И я вам хочу показать, как я делаю очень вкусный суп по рецепту моей подружки. Вот. И он очень интересно готовится. Здесь нужно взять небольшую курицу. Ну, небольшой курицы у меня не было. У меня, вот видите, большая курица. Я удалила весь жир ненужный, потому что всю шкурку вот здесь всю удалила. Так, вот эта курочка была без антибиотиков, без ничего, как вот без ГМО. Вот. И что нам для этого нужно? Вот две большие картофелины, перчик, если вы любите, луковицу. Две небольшие морковки или большая одна. Наверное, три зубчика чеснока. Вот. Соль. Ваши специи по вкусу. Я ввожу куркуму. Перчик, соль. Лавровый листочек. Он всегда выводит соль из организма. И вот такую итальянскую вермишельку. Потом мы ее за 10 минут, как выключать будем супик, просто положим, чтобы она не разварилась. Похоже, как вот наши клёцки или галушки такие маленькие. Вот. И так как вы понимаете, что мы хотели, чтобы у нас бульончик был очень хорошенький, мы берем две емкости. Так, что мы будем делать вот с этой емкостью? Номер один. Мы уже промыли нашу курочку и погружаем ее в эту воду. Вот. Когда вода закипит, так всегда моя бабушка холодец вот делала, мы эту курицу потом, как все закипит, все подымется, мы все смоем, обмоем ее аккуратно теплой водичкой. И зальем обратно вот кипятком. Будем продолжать варить около 2 часов. И потом у нас очень получится вкусный супик. Он так может идти, вы знаете, его можно и так кушать, как вот первое. И здесь достаточно много мяса. И будет вот картошечку положу такими большими кусочками. Ее можно потом немножко помять. Ракушки придадут такое, как будет супик с галушками. И вот наш супик уже закипел. Вы видите, что пена собралась. Вот. И эта водичка уже кипит, скажем так. Сейчас выливаем. Сейчас минуточку. Выливаем. Тепленькой водичкой даже можно промыть или можно и не промывать, а то тогда... что, ну так, чтобы не было кусочком там внутри кровяных. И заливаем обратно кипятком и дальше продолжаем варить около 1,5–2 часов. Вот мы вылили воду. Сейчас я вот ее горячей тоже водой промою. Я думала, ой, ты не буду промывать, не промою, вы знаете. Она такая вот, на ней вот этот весь такой вот, не знаю, ну кровь свернувшаяся или жир какой-то, вот собака, так что я вот так вот ее все-таки промою быстренько и потом зальем. Вот мы залили чистым кипятком. Будьте, пожалуйста, аккуратны, когда будете заливать кипятком, потому что когда вы промыли и положили курицу и обратно кипяток добавляете, просто надо или с чайника лить, вот, или как-то очень аккуратно, потому что кипяток начинает разливаться. Вот, так что обратно сейчас дождусь, что она закипит. Я ее присолю, положу сразу столовую ложку соли и пускай она кипит. Курочка наша кипит, столовую ложечку соли добавляем и закрываем. Вот наш супик, смотрите. Я кинула половинку луковицы целой. Сейчас она проварится, даст вкусный навар. И я выкину этот лук.
А половинку просто порезала и кинула. Вот, и что? Я здесь нарезала картошку кубиками, перчик и морковку вот такими. Я не буду делать зажарку, так как вы видите, что уже жирка достаточно много. Я все высыпаю и 20 минут, ну, будет кипеть. И добавляю лавровый лист, уже положила. Турмерик сейчас положу. Это куркума, перец черный. Смотрите, какой желтенький цвет. От куркумы получается. Лук можем потом выкинуть. И этот, кто не любит. А этот точно мы выкинем. Так что морковку положили. Перчик, если не любите, не ложите. Картошечку тоже. Вот. Ну, кипит 10 минут. И мы вот здесь 500 грамм вот положим, наверное, ну, чуть меньше половинки. Мы будем смотреть. И она будет кипеть у нас 10 минут. Этого пакетика. И вот 10 минут уже карточка поварилась. Я высыпаю теперь сюда. И будем теперь смотреть, чтобы уже точно у нас, когда эти сами вермишелька это сварится, тогда мы уже выключим и добавим зелень, наш супик. И скоро выкинем вот эту луковицу. Чеснок уже я тоже положила, порезала кубиками и там. Простите, пожалуйста, за это слово «ложить». Нету такого слова, конечно. Это слово «паразит». Оно без остановки, если ты уже привык к нему отговорить. А так, конечно, «покласть». «Поклала» или «кладу». Это правильно. Я не знаю, откуда вы это «ложить». Прицепилась, ну попробуйте. Называется его выкинуть со своего лексикона. Но буду пытаться правильно говорить. Все, все сварилось. Добавили зелень. Зелень добавляете, какую вы любите. Вермишелька просто бесподобная. Вот напоминает домашнюю, вот как бабушка раньше вот домашнюю вермишельку могла сделать. Вот. Или какой вот вы можете сделать. Это реально домашняя вермишелька. Вот, как галушечки, правда, такие вкусные. И суп бесподобный, вкусный. Рекомендую и вам такой же сделать. И такой вкусненький супик у нас получился. Приятного аппетита!